Здравствуйте, дорогие любимые зрители! Сегодня мы будем говорить о подарках. Если вы хотите купить что-то яркое русских промыслов, то, конечно, вам на вернисаж в Кремль, в Измайловский Кремль, метро Партизанская. Здесь можете купить себе все, что угодно. Ну вот меня, например, заинтересовали эти замечательные подушечки. Какие очаровательные лягушечки! Или это романтичная такса, мечтающая о лете и бабочках? А вот и два поросенка, символы 2019 года. И, конечно, Дедушка Мороз. Огромный выбор жестовских подносов. И, конечно, целые ряды праздничных матрешек. Спасибо. Значит, эти по 800, а деревянные сколько у вас стоят? Вот. Эти? Да. Это тысячи. Тысячи? Ну, почему так дорого деревянные? Там из разных, там рубашки. И музыкальные шкатулки. И шапки, и офицерские фуражки. Ну, чего только-только нету. И шлемы. Красивые оренбургские платки. Это уже для женщин. Меха. Посуда. Конечно, не обойдется и без Деда Мороза. Это деревянные, да? Это резьба по дереву. Ну да, резьба по дереву. Мы уже видели вот такие Деда Мороза. Посмотрите, сколько их здесь. Красивые какие. А вот этот вот такой, сколько стоит? И снеговички. Да, снеговики разные. Вот. Ой, такие лица. Надо же. Нравится. А большие у вас сколько стоят? Вот такой вот, например, рядом с снеговиком. Ну, это небольшой. Это вот, ну, средние. Вот эти средние, они стоят 18 тысяч. Угу. Это 12. Понятно. Вот. Спасибо. Есть большие. А вот такой? Пара будет стоить 65. Угу. Один Дед Мороз будет стоить 45 тысяч. 45 тысяч? Да. А вот есть 60. Еще примерно в таком же исполнении. Вот стоит, вот видите, там золотой. Очаровательные маленькие цыплятки.
балалайки, гармошки. Смотрите, видите, колокольчики. Саратовская гармошка с колокольчиком. Саратовская? 19 тысяч, да? Да. Как губная. Ой, какая прелесть. Спасибо вам большое. У меня есть зеленая, она 16. 19 тысяч, так что имейте в виду. Береста, все на бересте. Народ там выигрывается. Вот видите, сова на сучке сидит. Где сова? А. Вот на сучке сидит, видите? Ух ты. Объемная. Да. И глаза блестят у нее. А сколько такая сова? 3000. 3000, да. Недорого. Это недорого. Вот это прелесть. Вот это 2,5, это 2. О, 2, в смысле. 2,5. Никто, вот надёжно. Всё. Вот подарки какие, смотрите. Ну, если вам надо, приходите к нам, всегда будем рады. Да. Отличные подарки. Вот маленькие, по 600, вот совсем такие. Ой, по 600 какая, да, прелесть. Вот. Спасибо. У нас их 2 осталось. Вот одна и вот вторая. И он сколько? 3900, да? Это 3800. 3800. Смотрите, какая прелесть, как раз для мужчин. О, подарки шикарные. Брезентовый он такой, да, с кожей? Это холст с кожей, да. Холст с кожей натуральный. Спасибо. Я прохожу торговые ряды вернисажа и оказываюсь в Кремле. И направляясь к деревянным лавкам, расположившихся справа от храма. И захожу в лавку сладостей «Марципановое королевство». В этой лавке не только можно купить сувениры, но и самим поучаствовать в их создании. Можно купить эти марципаны и из них сделать вот такие фигурки. Вот здесь бабушка с блюдцем сидит, вот как раз ее вылепили. Наборы для лепки, так и называются. Все, удовольствие 270 рублей. Марципаны с кремом, карамелью, пралине. С гвоздикой, с ромом, с корицей. Сладкое трио. Конфеты 250 рублей. С лимоном. Пралине. Черная смородина. Вот отличные подарки на Новый год. Скажите, пожалуйста, вот у вас мастер-классы есть, да? А сколько они стоят? Они стоят 600 рублей, да, за полчаса. 600 рублей, полчаса, да? Вы выбираете композицию, соответствующую возрасту, и выполняете, и забираете домой за красивую вкусную конфету. То есть 600 рублей и вообще все, и еще даже он с собой заберет это, да? О, всего за 600 рублей. Какая прелесть. А время, когда прийти, в любое, да, у вас? Если ребенок один, не группа, да, то любое время, с 10 до 6. Угу, с 10 до 6. Если ребенок там 5 полчаса, чтобы до 6 успеть закончить. Понятно. Полчаса, что-то говорит, слушайте, великолепно. Вот спасибо, прямо огромное. С 4 лет у нас начинается мастер-класс. С 4 летних детей, это больше. Ух ты. 4 лет. Ну, и бесконечность. И взрослые тоже. Ну да.
потрясающе. Действительно, сказка. Прийти сюда, слепить под руководством что-то такое необычное из марципана. Вот настоящий новогодний подарок. Замечательная идея, просто замечательная. И вот мы в новогодней лавке Деда Мороза. Смотрите внимательно, волшебство начинается. Парочку какую-то сюда внутрь положить. Есть домик поменьше тоже с подсветочкой, вот такой вот. Есть домик без подсветочки. Везде свинки, год свинки у нас. Есть у нас копилочки, свинки-копилки. Вот. Есть такая вот чудесная вещь. Подставка, салфетки, соль, перец. Ой, вот это какая прелесть. И сколько такая? 500 рублей. Ой, слушайте, вообще, да, вот сюда долго. Салфеточки, сюда соль, перец. Или да. Там зубочисточки да, можно да, положить. Да, да. Замечательно. Вот. И елочные игрушки в таком рождественском. И 500 рублей всего, да. Да? Вот это вот в рождественском стиле елочные игрушки. Вот там свинки и прочее. Да, я тоже видела. Спасибо. Вот вообще. Там панно маленькое. Вот это кошки. Это миссис Мышель. Видите, с хвостиком. Это миссис Мышель. Просто она в таком вот модном капюшоне. А это мистер Колбаскин. С хвостиком. Такой котик. Ну, котик, да, вот когда сняли, да, видно, что просто котик, у них такой более, очень... С хвостиком. И сколько такая прелесть стоит? Ну, вот в коробках вот такого размера, вот кошки или зайки, стоят порядка 1700. Вот видите, вот эти вот. 1700. Поменьше они 1300 стоят. В среднем где-то 850, тоже плюс-минус, зависит от размера свинки. Ну, это вообще для подарка-то недорого, прелесть. 850 очень даже. Ой, надо обязательно сказать. А как вы работаете каждый день? По субботам и воскресеньям а тоже? Мы работаем, кроме понедельника, каждый день. В будние дни мы работаем с 11 где-то до 6, а в выходные с 10:30, наверное, вот до 7. Да, хорошие вещи недорого, я бы сказала, очень даже. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. А еще вот эти хочу посмотреть. А эти мастеров дорогие, да? Ну, я сказала бы, что нет. У нас цены от самих мастеров. Поэтому у нас те цены, которые... Вот это Турафарт керамика. Это, так как мы их дилеры, у нас цены, собственно, те, которые у них с их сайта. Это Иван Федичкин, фарфоровые миниатюры. Это Павел Гаврилов. Веселые ангелы. То есть у вас такие все. Авторские. Это авторские, вот Дмитрий Ернилов, это рыба, глина, тоже ручная, все ручная работа. Угу. Замечательно. И сколько вот такая рыбка, щука, например? 1800 рублей. Слушайте, какая красота. Спасибо. Сверху 7 делаешь и все. Лоскутное шитье. Я знаю. А лоскутное сколько вот эта вещь у вас? Это одеяло или покрывало? Ну, это, знаете, как тонкое одеяло можно использовать. Угу. Здесь есть полуторные и двуспальные. Полуторные стоят 6 тысяч, а двуспальные 7 тысяч. Очень красиво. Это как раз фрагмент.
Это настоящий городок, где жители веселые поросята. В жилетках, в нарядных платьицах. Да, там есть с крючочками. Вот одна рыба, не написано глав рыба, она металлическая. А это две длинные рыбы. И крючочки. И чего здесь только нет. Какие замечательные расписанные доски. А это уже кухонные досочки. Замечательные сюжеты. И я не удержалась и купила тоже себе сувенир. А какой, вы увидите попозже. А эти сюжеты с кошками выполнены по эскизам питерского художника. Здесь же продаются новогодние открытки, и вообще можно еще купить много-много всего интересного. Волшебство продолжается, и вы в одно мгновение очутились у меня на кухне. Эту картину рисовал еще мой дядя. Я очень люблю пионы, и поэтому у меня на кухне висит эта шикарная картина с пионами. Ну а на стене висят тарелки, наверное, как и у многих-многих из вас. Эти тарелки, когда куда-то ездили, то привозили. Очень мне нравится Франция, в которой я была не раз, английские тарелки, ну и много-много-много другого. Справа внизу под моими бутылочками доска, которую я купила в Измайловском Кремле, в лавке Деда Мороза. Это ангелы. Сейчас я покажу ее более подробно. Ну вот, видите, по сочетанию она мне сюда очень подходит, к моим тарелочкам. Я просто не могла ее не купить. Ангел с котиком сидят на ветке и смотрят на городок. Здесь запечатлен фрагмент из городской жизни. Извините, запечатлен. Зимний вечер, на небе уже звезды. Заснеженные дома, мост через реку и веселая ребятня, которая катается с горки на санках, лепит снеговика. Если понравился обзор новогодних подарков, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующей встречи. И пусть с вами всегда будут ваши ангелы, которые охраняли бы вашу жизнь.